Харьков, 22 июня, 14 год, 19-23, по Киеву. Т-3, что же это за Т-3? Никакие... А, это у нас турбаза, ничего себе. Знаешь, труба там. Это всякие Сан-Сити. Новообразование. Даже при... Без солнца яркого, по-моему, даже лучше видно. Так, хост товара, бытовая техника. Ну, это понятно. Рынок имени академика Барабашова. Так, вот это, наверное, на маршала Жукова гостиница. Я так подозреваю. Жилстрой. Ну, тоже они сориентировались, где это находится. Давно я в том районе не был. Барабашова. Части Барабашова. Еще, наверняка, лучшая его часть. Ну, это Салтовская котельня, узнаваемая. Хороший ориентир. Вот еще лучше ориентир. Наконец-то у нас храм Матроны Московской не блестит на солнце. Купола. Так, это там Салтовское шоссе. Плюс. Ну, хорошо, плюс так плюс. Это... Академика Павла. Таргет. Это консольщик.
Так. Крымский. 24-этажка старая. О, уже новую обшили. Так, это недостроенная церковь на Блюхера возле фармакадемии. Там их три к ряду. Три к ряду стоит. В смысле, не фармакадемия, а церковь. Не знаю, может, как раз из-за близости фармакадемии. Есть что замаливать. Наш монолит парус. Все на 24-этажка. Католическая какая-то церковь. Там караван. Вот это караван Дафи. Ну, МЖК интернационалист. Что-то ниже. Храм Георгия Победоносца, видать, закрыт домом.